need. I want gold, I want diamonds on the road. If you still call me Superman, then I think we can go. Let's go. I need, I want gold, I want diamonds on the road. If you still call me Superman, then I think we can go. Money, money, gold, diamonds, I'm trouble. Всем здорово, пацаны, с вами Айван, и сегодня я вам расскажу, какую же тачку купить до 10 миллионов на сервере Смотра МТА. Поехали! Swag, bitch. А перед началом данного ролика я хотел бы вам сказать, что на моем канале действует конкурс на 2 миллиона. Правила очень простые. Вам надо поставить лайк, подписаться на канал, а также оставить ВК, вашу ссылочку на ваш ВК в комментариях. И когда у меня будет 750 подписчиков, ну это, конечно, не то, что я, наверное, психану и сделаю на 700 подписчиков в розыгрыш. Вернее, не розыгрыш, а итоги. Так что всем приятного просмотра и всем удачи. Также хочу вам сразу извиниться, кто не любит марку BMW или что-то подобное, любит свои Mercedes и т.д. и т.п. Так что можете закрывать данный ролик, потому что в данном ролике будет очень дофига BMW. А какие критерии оценивания данного топа? Первое, это то, что данный топ составлен по тачкам, которые стоят до 10 миллионов именно в автосалоне. Вы понимаете, в автосалоне дороже, чем на БУ. На БУ, например, данные тачки могут стоить на лям, на 2, на 3 дешевле. Так что можете так себе немножечко прикинуть, какая вам тачка понравится, и убрать. Второе, это соотношение скорость и деньги. Скорость и деньги. Ну, вы поняли, короче. Данные максималки можно исправить бензином, то есть можно залить себе 95, 98, 101 или аэро и увеличить себе максималку. Если я не ошибаюсь, аэро это идет 50 км в час до данной максималки, 101 или 105, не помню уже, будет 25 км в час, 95 15, тот 10, 5, ну и короче по уменьшению идет. А и 80 стоковый он ничего не добавляет, так что можно добавить себе немножечко максималочки. Поехали к самому топу. И пятое место у нас занимает Nissan GTR R35 кузов. Данный GTR занимает пятое место, потому что он едет всего лишь 380, а стоит целых 7,5 миллиона с автосалона. Как вы видите на экране, данный GTR уже идет рестайлинговый 17-го года, вернее не 17-го, а 16-го. Он не такой уж красивый, но у него есть тюнинг. Если бы на обнове не изменили ему максималку, потому что у него раньше было 390, а сейчас 380, он бы был бы отличным автомобилем за свои деньги. Четвертое место у нас занимает BMW M4. Едет она 390 км в час, а стоит 6 миллионов. Это хорошая тачка для молодежи, можно так сказать. Стоит она недорого, едет отлично, можно сказать. Можно так это все еще поправить бензинчиком. На нее присутствует тюнинг, так как и на GTR. Можно ее красиво затюнить, винилы, поставить дрифт-чип, и у вас будет офигенный дрифт-корч. Третье место у нас занимает Porsche Panamera. Едет она 390 км в час, как и M4, но вы скажете, M4 дешевле, а Panamera стоит аж целых 9 миллионов с автосалона. На БУ она стоит 7 с чем-то. Ну, как бы в Panamera это 4 места, да, это выдвижной спойлер, это мигалка, типа SGU, но не SGU, там просто тачка полицейская и все. Это Porsche, это не BMW, это Porsche. А на 4 местах он валит. У него ускорение, кстати, пизже, чем в М4. Такое. Очень красивый автомобиль. Был у меня на первой смотре. Ездил и радовался. И вам того советую. Покупайте. Смело. И второе место у нас занимает BMW
M5, F10. Да. F10, она занимает, почему она второй занимает? Она ей тоже 390, как и M-ка, и Panamera, но она занимает второе место, потому что у нас автосалона стоит только 7 миллионов, а на БУ у нас стоит 5 с чем-то. То есть это как дешево. Плюс она четырехместная, это седан спортивный, ну не спортивный такой, седан типа семейный, но типа не семейный. Короче, какую-то дичь наговорил, поехали дальше. И первое место у нас занимает BMW M5 F90. Ну, как вы могли заметить, эта тачка стоит 9 миллионов, но едет она целых 400 километров в час. 400! Это первая тачка, которая выехала из 300, и у нас уже 400 едет. Седан, четырехместный, с тюнингом, очень красивая бэшка. Что могу сказать? Берите и наслаждайтесь! Экстра место у нас занимает BMW E60. Знаете почему? Я, конечно, у них очень хотел впихивать сюда, но вы понимаете, просто BMW E60, да? Она стоит с автосалона 3,5 миллиона. 2,700 на БУ. 2,700! 2,700 целых, вы понимаете, это просто изи. Но едет она 380. Почему данная тачка стоит так дешево, а едет так дофига? Все тачки, которые едут 380, стоят 5 миллионов плюс. Вот 5 миллионов плюс, а здесь 2 ляма. Плюс она четырехместная, очень красивая, это BMW. А не Hyundai, пойдет там, Solaris. Ну прям, и на нее еще присутствует тюнинг. Вот такое, короче. Прям очень четкий автомобиль. Если у вас мало денег, можете брать его и радоваться жизни. А на этом все, пацаны. Вот такой вот данный топ вышел. Я надеюсь, вы немножечко поняли, какие тачки надо брать до 10 миллионов. Но я это, конечно, не говорю. Берите данные тачки, берите их, больше нету. Все говно. Просто берите, что вам нравится, что вам по душе. Хотите М4, берите М4. Хотите Panamera, берите Panamera. У каждого свой вкус. Ну, надеюсь, вам данный ролик зашел, очень понравился. Ставьте лайк за мои старания, за монтажик. Ну, а с вами был Эван. Всем, пацаны, удачи и всем пока.